Добрый день, уважаемые посетители портала куплюинтернет.ру. Сегодня мы представим вашему вниманию приобретенный чехол компании Lunatic Tactic Extreme для iPhone 5, пока не S. Чехол был приобретен на официальном сайте компании Lunatic. Доставлен был из Гонконга через кучу стран. Судьба у него была не очень простая. Я бы сказал, что чехол на самом деле не для iPhone 5, а для экстремалов ярых. Потому что вы увидите сейчас все это дело. Чехол представляет из себя экстремальную действительно защиту. Стоит он из, по-моему, 5 элементов, если мне память не изменяет. Это внутренняя подкладка. Пластиковая, мягкая. Внешняя крышка. Внутренняя крышка, внешняя. Ну, собственно, да, на рисунке нарисовано. И стекло, да. Горилла глаз. Короче, элементов очень много, он не водонепроницаемый, но он водозащищенный частично, то бишь от брызг и от капель, от дождя он защищен. Везде есть заглушки, вот Дмитрий сейчас показывает заглушку нижнюю, на порт для наушников разъем 3,5 мини-джек. Тебе инструмент дать в руки, чтобы ты это все дело разбирал. Да, что характерно, в комплекте идет вот такая Андрей, палка, дрын такой. Андрей переходит к разбору. К разборке. А Дмитрий к съемке. Суть в следующем. Как уже сказал, чехол с кучей частей, прежде чем его установить, необходимо будет вытянуть из него все болты. Все болты, а по периметру их в конечном итоге очень много, однако. А именно 6 штук. Процедура достаточно такая утомительная. Кое мы сейчас и займем. Так, а мы сделаем наоборот. На сайте Лунатика представлена очень подробный мануал, очень подробная видеоинструкция относительно того, как это делается. Дмитрий не заботился с тем, чтобы навести порядок здесь. Ну да ладно, это Дима. Вот. Сейчас самый сложный процесс. Это распаковка аппарата. Да, и пока я распаковываю, расскажу в двух словах, чем был обусловлен данный выбор. Ну, первая причина. Это патология центральной нервной системы моей лично, потому что чехол приобрел я себе в личное пользование. Не ради Стёба. Чем был обусловлен данный выбор, я боюсь, что не смогу вам ответить сейчас вразумительно, ибо это был некий нервный импульс, как Дима его называет. Потраты денег. Ого, типа того. Захотелось купить какой-то невероятно интересный чехол. Ну, собственно говоря, в просторах интернета я нашел некий проект на сайте Kickstart. Долго наблюдал за развитием этого проекта, пока они бабки не соберут, не начнут реальный физический выпуск чехла. Ну и как только он появился, буквально следующий день его приобрел. Путь его был очень долг. Он приехал к нам в замечательный город Новосибирск через кучу стран. И в конечном итоге привезли его из какой страны? Из Австрии. Из Австрии. Короче, это пипец. Это было что-то с чем-то. Вот. UPS-доставка до Австрии, а с Австрии уже да. Курьерская доставка. Сразу важная ремарка. Дима, думаю, отдельную статью напишет про службу доставки UPS. Смею вас заверить. Не рекомендую ни в коем разе осуществлять доставку чего бы то ни было. Данной службы доставки. Ну, собственно говоря, чехол мы уже раскрутили, пока я трепался. Это задняя пластиковая крышка. Она пластиковая еще раз. Кстати, на предыдущую модель iPhone 4S, 4S, эта крышка у этой модели чехла была не пластиковая. Угадайте, какая? Металлическая. Дядя Дима оказался прав. Что-то у нас свалилось. Это внешняя часть чехла. Горилла глаз. Здесь стекло, да. Горилла глаз третьего поколения, если мне память не изменяет. Саша, позвоню, сейчас наклонюсь. Туда, куда вы подумали, Дмитрий. Сие есть заглушка на переходник 3,5 дюйма на наушники. Здесь в комплекте идет еще следующая лабудистика. Запасной один болт, чем обусловлен был вложение одного болта. Ну, видимо, один для китайских братьев, ну, некое сакральное число. Это для американских. Так. Ты не тот палец просто показал, видишь. Да, вот эта вот штука называется нормальная, мать ее, отвертка. Это для извращенцев. Выбор за вами. Что есть в комплекте еще? Есть такая а-ля фирменная тряпица для протирки дисплея. Некий мануал для русских людей. Инструкция, которую никто никогда не читает, естественно, из нормальных людей. Ну и, собственно говоря, вот эта вот внутренняя часть является основной частью этого чехла. Она как, не знаю, еще силикон, не знаю, не силикон, силикон я никогда не трогал, не знаю. Но факт в том, что вот здесь еще переключение режима звукового вибрации осуществляется таким дрыном. Надеюсь, хорошо будет видно. Вот.
Чехол он чуть приятнее на ощупь, кстати, интересен. Здесь вот толщина этих рамок боковых 9 мм. Если говорить коротко, это немерено. Теперь попробуем, собственно говоря, запаковать его в iPhone 5. Я был категорически против. Дмитрий уперся рогами в асфальт и заставил меня это сделать. Есть реальная инструкция, как это делается. Мы покажем это очень быстро, дома его перепакую. Это я вам обещаю. Нужно обязательно уронить iPhone. Здесь, о, все. Зацепили. Все работает. Everything works. Так, одеваем заднюю крышку. Сначала здесь одеваем iPhone, ну, в основной чехол, да? Потом одеваем некого рода заднюю хренотень, здоровую. Здесь заглушка идет, кстати, на порт Lighting, естественно, который не позволяет попасть до какой-то влаги, урине, пиву, ну и прочим вещам. Далее. Одеваем нашу волшебную крышку. Предварительно, естественно. Я у тебя возьму этот чехол обязательно. Не сомневался нисколько. Здесь мы протираем, насколько это возможно. Слушай, камера айфона замечательно делает фокусировку на нужный объект. Супер, Дима, ты гений. Вау. Булл Гейтс. Щит слова не хватает только перед Булл. Факт. При воспоминании о Windows нахлынувает легкая ностальгия. Опа, опаньки-попаньки, забыли это одну хренотеньку. А Дима не напомнил. Редиска. Вот эта хренотенька, которая, собственно говоря, закрывает порт 3,5 дюймов под наушники. Не дюйма, а миллиметра. Только как верхнюю крышку. Ох ты как. Вот чудо. Мне нужно брать в компанию Лунатик. Делать меня Лунатиком. Космонавтом, Андрей. Литр спирта в день, и ты скоро будешь. Там. Родной мой, типуньте на язык. Та-та-та. Два? Конечно. Да. Ёптать. Захрустело там. Сей звук мне не очень приятен, господа. Короче, туда видео попала какая-то пыль. Ну уж ради чистоты эксперимента. Уважаемые друзья, мы завершим данное шоу. Не пыль, просто крошка со стола Андрея, на которой он кушал сушки. Бесстыдно. Андрей этот, не тот. Да, Андрей, не я, Андрей. Стоял. Другой Андрей. У нас много Андрея. Это Андрей, которого Дима между этим сидит. Что характерно, запаковывать, закручивать болты необходимо в некоторой сакральной последовательности. По диагонали. Привет, сам. Блин, я так хотел, блин, поумничать, Диман, а ты всю малину мне об этом. Через 50, на 50 дубле мы нормально с ним. Это уже и так 15-й дюбель. Слушайте, вот снимаешь, Димка, ты мне на видео, да, у меня ручонки, наверное, сейчас начнут трястись уже. Не переживай, у меня руки так трясутся, поэтому ты весь трясешься. А если я трястись начну, мы начнем с тобой унисон трястись, и никто не увидит трясучки, прикинь. Отлично. То есть сначала болты затягивать не надо. Димочка правильно сказал, что необходимо это делать в какой-то там по волшебной схеме. Сакральной. Суть которой заключается в том, что необходимо сейчас пятерней, то бишь всей рукой, вот так вот, где-то, вот так вот, нажать на все основные точки, здесь G. И снизу. Ну, точка G, да. Дима, правда, ни хрена не понимает, что он имеет в виду. Где-то слышал в каком-то порно-журнале, прочитал это. А с чем это идет? Рекламу уж порно-журнала прошу не устраивать в видео. На сайте. Того самого порно-сайта. На сайте. На котором ты, да. И вот так постепенно закручиваются, затягиваются все болты. При этом важно, суть в чем? В чем фишка этой процедуры? Фишка в том, чтобы везде плотность прижимания к самому аппарату чехла была равномерной, чтобы не возникало каких-то дырочек, через которые будет попадать под чехол губительная влага. Вода. Ну, вода. Сколько это метров-то под водой-то он? Нет, сразу важная ремарка. Дима, конечно, пошутил. Он не water-resist, то бишь не водонепроницаемый. Он позволяет попадать на него влаги, то бишь капли. Под дождем можно по нему общаться. Здесь везде и заглушка, уже было ранее сказано, вот заглушечка такая замечательная. И суть в том, что если капли попадают, то он, собственно говоря, будет защищен. Плюс от падения защищен. С высоты 2 метров он падает смело. Ну и сейчас мы, к сожалению, экспериментировать по этому поводу не будем. При всем уважении к вам. Да. Ну, можете посмотреть на видео фирменное на сайте Лунатик. При этом они там делают это замечательно очень быстро. Расшибают их в пух и прах. Сколько же он обошелся, Андрей, тебе расскажи. Страшно даже вспомнить.
Если говорить в деревянных рублях, то он обошелся в конечном итоге в сумму 4700 рублей. Ну, плюс еще Димке должен за доставку из Австрии. Еще 15 рублей накидываю, я да. Навожу себе iPhone еще. Насколько я помню, официально можно найти его в интернет-магазинах нашей замечательной страны по стоимости от 6000 рублей. Достойная экономия. 6, либо 8000 рублей. 8,5. То есть я видел его за 8,5, также видел за 6. За 6 плюс еще доставка где-то рублей, там, не знаю, от 300 до 500. Итого, считайте, 6,5 рублей. Это то, за что вы можете привезти на чехол у нас на сайте. Дорогие зрители, я понимаю ваше желание увидеть этого человека в лицо, которого я купил, но, к сожалению, это только за деньги. Спасибо. И только на отдельном сайте. Да. Спасибо за внимание. Спасибо большое вам. Да. Желаем удачи. Посещайте наш портал куплюинтернет.ру. Скоро вас ждет очень много интересных статей, в том числе по компании UPS по доставке из Китая. Всем вам доброго. До свидания. Покупок. Спасибо.